Как оцениваете происходящее, само шоу, сам турнир? Вообще, ребята молодцы, очень хорошо подготовились, все на высшем уровне. Внимание зрителям, внимание участникам. Я вчера был на полуфинале и с ним, ну, и смотрел, как ребята все к этому готовились к финалу. Вообще было все просто супер. Насколько мне известно, вы уже не в первый раз в Йошкар-Оле. Как оцениваете наш город? Удивляет ли он вас по-прежнему? У меня сегодня была экскурсия. Мои поклонники, мои подписчики мне показывали город Йошкар-Олу. Погода была очень хорошая. Мы посмотрели много достопримечательностей, которые я еще в первую поездку не успел. Потому что первая поездка была очень много... Был сильный дождь, и мы это смотрели все из окон автомобиля. Что удалось посмотреть, что впечатлило, может быть, больше всего? О, ну у вас замечательная есть площадь, которая построена, я не знаю, наверное, Кремль, там собор, театр и набережная, которая вот прям, ну вообще просто классно смотрится. Это, знаете, напоминает мне небольшой Питер, немного Голландии, вообще классно. Молодцы, ребята, хорошо, что есть что смотреть. Мы были еще смотрели музей и истории, и я думаю, Йошкар-Олу есть что смотреть. И что, приезжать, свой город надо знать и всем показывать. А скажите, являетесь ли вы поклонником смешанных единоборств? И как оцениваете происходящее, как зритель, как болельщик? Ну, я занимался в свое время спортом. Конечно, другим, но у меня было самбо, борьба. И самое главное, вообще организация, еще раз говорю, организация проходит на высшем уровне. Все болельщики, участники этого проекта, все довольны. Все, значит, я был за кулисами, где их раздевалка, они дружат, разговаривают, обсуждают там какие-то моменты, вопросы. Генеральный партнер – региональная общественная организация «Новый поток». Red City Fights 5. Приволжская битва.